Онкобольные пациенты в одной из больниц Филиппин получают дневную дозу смеха. Как говорят инструкторы по так называемой йоге смеха, такие занятия повышают качество жизни и даже могут улучшить здоровье. Основатель школы говорит, что даже 10 минут смеха в день может стать лучшим лекарством. Когда вы смеетесь, это действительно природная борьба со стрессом. Мы все знаем, что 70-90% болезней происходит из-за стресса. Поэтому мы предлагаем им смеяться, чтобы избавиться от стресса и избавиться от рака. Доктора в больнице такой метод, конечно, не признают, но подтверждают, что смех действительно может помочь пациентам справиться с депрессией. Нет статистически подтвержденных данных, что это может заменить основное лечение. Но это всегда позитивно влияло на пациента. И главное, это заразно. Сами пациенты также отмечают, что занятия им помогают. Возможно, постоянно проводить такие занятия в больнице не получится. Но врачи уже подумывают о том, чтобы устраивать побольше расслабляющих мероприятий для пациентов. Особенно для тех, которые больны серьезными недугами и часто страдают от депрессии. Релаксинг. Это очень расслабляет и помогает устранить тот негатив, который мы ощущаем. Это то, что я чувствую, когда смеюсь.